Настоящие герои не носят плащи, они дают нам знания и направляют. Сегодня в преддверии Дня Учителя в Адильхалке чествовали педагогов Карачаева-Черкесии. Заслуженные звания, почетные грамоты учителям на торжестве вручил глава республики Рашид Тимрезов. Из Ногайского района репортаж Майи Хамдоховой. Поздравить учителей с их профессиональным праздником в Дом культуры аула Адильхалк приехал глава республики Рашид Тимрезов. Он поблагодарил педагогов и подчеркнул важность образования как основу общества, которое формирует будущее нации. Вы пример того, как любовь к детям и знаниям способны менять мир к лучшему. Именно от вас, дорогие педагоги, зависит будущее нашей республики и нашей великой многонациональной страны. Не будь вас, не было бы тех огромных успехов, которыми мы гордимся. Спасибо вам, дорогие педагоги, за профессионализм, терпение и любовь к своему делу. Пусть вас окружает уважение и любовь, образовательность и милосердие, жизнерадостность и благодарность ученикам. Желаю вам счастья, здоровья, успехов и благополучия. Днем учителя! Глава республики высоко оценил труд учителей и торжественно вручил им государственные награды. За многолетний труд и большой вклад в сфере образования детей были награждены учителя, чей стаж составляет 30 и более лет. Почетным званием заслуженный учитель Карачаево-Черкесской республики. Со словами благодарности перед педагогами и учителями выступила Инна Кравченко, которая отметила, что на данный момент система образования в Карачаево-Черкесии идет в ногу со временем. Мы видим, как меняется система образования. Появляются новые современные школы, оснащение, предметы воспитания, оборудование. Появляются новые детские сады. Мы ремонтируем существующие дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации. Под ремонт попадают и наши спортивные залы. Все меняется. И меняются в том числе требования к педагогу сегодня. И мы с вами наблюдаем, что мы сегодня не только обучаем с вами, мы с вами еще и воспитываем. Для самих учителей этот праздник всегда особенный, ведь оцененный труд на родной республике выше всяческих похвал. Делятся впечатлениями заслуженные учителя Карачаева-Черкесии. Я получала очень много наград на разных уровнях, но быть признанным на родине – это, наверное, самая большая награда. Спасибо за оценку, спасибо за награду. Радость по поводу того, что труд оценен по достоинству. Я благодарна нашему директору Биджиевой Фатиме Сарбиевне и, конечно, нашему отделу образования, которые по достоинству оценили мой труд. Спасибо им огромное. В завершение торжественного мероприятия для гостей выступали учащиеся школ, продемонстрировавшие концертные программы свою любовь и уважение к учителям, которые дают путевку в жизнь. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.